Серия Grand Prix от Faberlic – это роскошный уход, салонный уход дома. Заменяет поход в салон для омолаживания кожи рук. Что входит в эту систему? Четыре прекрасных средства, которые омолаживают, делают кожу рук бархатистой и ухоженной. Итак, посмотрим, что же входит в эту серию. Первое – это химический пилинг, гель для рук. Второе – тонкая шлифовка, скраб для рук. И третий этап – это на выбор. Либо это крем для рук, формула омоложения, омолаживаем. Либо третий – это жидкая перчатка, крем для рук. Это как будто вы одеваете перчатку, наносите крем и одеваете дополнительную перчаточку для глубокого питания, увлажнения кожи рук. Что примечательно в этой серии? Отлично подойдет тем, у кого есть пигментация, возрастная пигментация на коже рук. Дело в том, что химический пилинг содержит кислоты, которые как раз-таки помогают частично, поэтапно убирать пигментацию, возрастную пигментацию. Делая регулярно себе эту процедуру дома, ваши руки будут с каждым днем все моложе и моложе выглядеть, и пигментация пройдет. Это уже проверено многократно у тех, у кого есть пигментация на коже рук. Пилинг мягко воздействует на кожу рук, сглаживает, осветляет и омолаживает кожу рук. Поэтому рекомендую серию Grand Prix. Как мы ею пользуемся? На влажные руки, намочили руки, на чистые влажные руки наносим первое, здесь очень удобно, здесь все по номерам, первое химический пилинг. Нанесли на кожу рук, растерли, помассажировали, смыли. Далее мы наносим второй этап, это скраб. То, что поработал у нас пилинг на коже рук, ороговевшие частички, старые ороговевшие частички кожи нам необходимо собрать с помощью скраба. Именно скраб помогает отшлифовать нашу кожу и убрать омертвевшие частички кожи. Точно так же, как и на коже лица. У нас кожа дышит, она у нас стареет, отмирают ненужные клеточки, восстанавливаются новые клеточки на их месте. И вот с помощью скрабика мы как раз скрабируем и убираем лишнее. Затем после этого мы наносим либо жидкую перчатку, либо омолаживающий крем. Кремами, жидкой перчаткой и обычным омолаживающим кремом мы пользуемся каждый день и по мере необходимости. Почувствовали, кожа стянулась, нанесли кремик, увлажнили, пропитали кожу рук, нежную кожу рук. Регулярно пользуясь кремами для рук, наша кожа становится молодой, ухоженной, напитанной. Руки – это первый признак, который выдает возраст женщины. Неухоженные руки, сухие, как раз-таки выдают возраст женщины. Поэтому по мере необходимости, как только почувствовали, что кожа рук стягивается, какой-то дискомфорт, обязательно наносим крем для рук. А лучше всего регулярно делать салонный уход для рук, баловать, делать масочки для рук как раз вот этой профессиональной серии Grand Prix. Наносим пилинг, затем скраб и крем для рук. Один раз в неделю этого достаточно, либо раз в две недели.